У вас не отнимут право голосовать. 10 января вы придете и бросите бюллетень. Не бойкот, не испортит бюллетень. Голосовать за партию ОСДП для того, чтобы Нур-Отан начала массово фальсифицировать итоги выборов, чтобы Нур-Отан стремился себе обеспечить 75 и выше процентов, а это, безусловно, можно достичь только массовой фальсификации, соответственно, незаконными действиями. Вот, собственно, и все. Все очень просто получается. У нас один путь. Мы голосуем за ОСДП, мы голосуем, чтобы на выборах люди шли, голосовали за ОСДП. И вот представьте себе, что миллионы пойдут проголосовать за ОСДП, за Нур-Отан не проголосуют, они сфальсифицируют, и мы этих возмущенных людей выведем и снесем эту власть.